Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе областного комитета социальной защиты, с начала года почти 350 семей оформили дополнительную единовременную выплату на второго ребенка в размере 61 174 рублей. Напомним, меры поддержки действуют в регионе с 2019 года и воспользовались порядка 6,5 тысяч раз. Получить средства имеет право семья, в которой родился второй ребенок, при условии, что первому еще нет 3 лет. Он не должен превышать 19 935 рублей на человека.